Домашние хрустящие чипсы для вас и ваших деток, приготовленные в микроволновке, это, конечно, отнюдь не полезная закуска, но все-таки менее вредная альтернатива покупным картофельным чипсам. Детки просят чипсов, а вы против этой вредной еды из шуршащих пакетиков? Воспользуйтесь моими советами и попробуйте приготовить чипсы в микроволновке в домашних условиях, дети будут рады такому блюду. К пиву такие чипсы тоже отлично подходят, поэтому если у вас намечается пивная вечеринка, дружный просмотр футбольного матча или еще что-то подобное, рецепт чипсов в микроволновке будет кстати. Удачи в приготовлении! Сколько и какие продукты понадобятся, узнают те, кто досмотрит до конца. Моем картофель, можно очистить от кожуры, а можно и не очищать, у меня картошка со своего огорода, без пестицидов. Нарезаем клубни очень тонкими пластинками, или на комбайне, или ножом, как вам удобнее, главное, чтобы пластинки были тонкими. Промываем нарезанный картофель под струей воды. Даем стечь воде и выкладываем пластинки в миску, поливаем растительным маслом и посыпаем солью и специями. Кто не подпишется, останется без следующих вкусностей. Застилаем плоскую тарелку для микроволновки пергаментом и раскладываем картофель в один слой, ставим на 5-7 минут готовиться при мощности 700 Вт. Но обязательно следите за процессом. Микроволновки у всех разные. Как только чипсы приобретут красивый цвет, выключайте печку. Подписавшимся, больше вкусностей. Необходимые ингредиенты. Картофель, 5 штук. Растительное масло, 2-3 столовые ложек. Соль, 1-2 щепоток, по вкусу. Сухие специи, 1-2 щепоток, по вкусу. Количество порций, 2-3. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте палец вверх, и спасибо за просмотр. Всем приятного аппетита, жду вас снова.